Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Stray Kids с композицией «Горы». И, как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, жмите колокольчики. Можете даже поддоначивать, если у вас есть желание и возможность. И мы начинаем! Эпичное, пафосное начало с хором, который поет «Во-о-о-о». И да, мы такое слышали, но это всегда звучит мощно, и этот случай не исключение. И отличный риф на гитаре идет, прям плотный, относительно такой жирный, но просто красиво подобранные тембры инструментов. Я другого от Stray Kids не ожидал, я от них всегда ожидаю, что они сами перепрыгнут себя, на голову выше станут. И каждый релиз одно и то же, становится на голову выше самих себя. Что уже будет дальше? И опять же по классике, ну, мощный припев, но бас, да, это больная тема для меня, потому что я миллион раз объяснял, в этом помещении его сложно рулить, поэтому всегда восхищаюсь, когда его нарулили в специально подготовленном помещении на таком уровне. На протяжении вот минуты 18 все было абсолютно плотно, массивно, местами слой еще синтезатора появлялся, который добавлял бас в гармонике. Ой, красотища! Честно, это, наверное, если бы мне сказали, чьи исходники, какую группу ты бы хотел посмотреть, но только одну группу можно выбрать, корейскую, только к их проектам дадим доступ, я бы сразу сказал Stray Kids. Вот. А еще круто, что гитарный риф переходит в конце, вот буквально в последней части такта, в бас. Причем очень плавно. Ну и то, что риф вообще сыгран на одной струне, опять же, тоже добавляет плотности, яркости. О, вообще красота. Я обожаю такие композиции, потому что здесь еще нету излишне ядовитого верха, от которого у меня обычно голова болит. Честно говоря, мне кажется, через все, что я прошел с группой Stray Kids в рамках марафона и новой работы, если послушать, то можно сразу на каждую композицию вешать ярлык «очень круто», и в 99% случаев будешь прав. И мне очень нравится, что здесь почти весь верх, он остался для вокала. То есть за счет этого вокал звучит прям немного над композицией, над этими горами, которые в композиции упоминаются.
То есть сам микс по себе такой именно плотный, сбалансированный по частотам, но при этом, да, есть легкий перекос в то, что был плотный, низкий, жирный бас. Опять же, мужские голоса конфликтуют с басом чаще всего. Ох, красота. Надо найти время и альбом послушать. Мое уважение и почтение Фрирайче за то, что продюсирует такие прекрасные композиции. Да, естественно, там еще есть продюсер, который выше стоит, от JYP, который все это контролирует, и есть звукорежиссеры, которые все это сводят. Но в любом случае звук, как бы хорошее слово, охренительный. Вот мы же тут все-таки за грамотную и приличную речь, охренительный звук. То есть есть местами и округлые большие барабаны, и пафосы, эпичность, во-во-во-во, и... много-много рэпа, ну, естественно, куда же без этого Stray Kids. Но в целом, прямо все прекрасно. Ну, Stray Kids от Stray Kids, что еще сказать. Список бустеров на экране, спасибо, дамы и господа. Товарищи, товарищессы, друзья, друзьяните, спонсоры-донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Несмотря ни на что, пока живы вы, жив я, ну и так далее. В общем, будем дальше работать. Бусти! Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые, хотите стать таковыми, помочь каналам, поддержать их чеканным рублем или не рублем, чем угодно. Принимаем все. Заранее тоже за это спасибо. Далее, это у нас канал MP Reviews, K-pop новости. Обязательно подписываемся, смотрим. Там новости как новости, а не какие-то фанатские одержимые пропаганды определенных артистов. Далее, MP Entertainment, музыка, недавно вышел трек «Яблоки и манго», тоже слушаем, делимся, и телеграм-канал «Хаплокация». Я по-прежнему Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.